Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о душевой кабине Тима Т1180 с размером 80 на 80 с высоким поддоном. Дверной блок выполнен из тонированного 5-миллиметрового безопасного закаленного стекла, что гарантирует безопасность и долговечность конструкции. Но даже если вы случайно разобьете стекло дверного блока, а это сделать крайне тяжело, риск пораниться сводится к минимуму, так как стекло просто рассыпется мелкой крошкой, тем самым защитив своего владельца от риска быть пораненным осколками. Профиль душевой кабины выполнен из авиаля, авиационного алюминия, который славится своей крепостью и отсутствием влияния окружающей среды. Двери душевого бокса подвешены на двойных металлических роликах с плавающим фиксатором, которые предоставляют надежное крепление двери к профилю бокса, а главное, ролики бесшумные, так как подвижный элемент ролика находится внутри пластикового кожуха. Поддон душевой кабины выполнен из 100% белоснежного акрила и установлен на стальной армированный каркас, что позволяет поддону выдерживать вес в 3 раза больше среднестатистического веса человека. Стеклянная гидромассажная панель имеет 6 самоочищающихся форсунок, а также сенсорный пульт управления, который позволяет управлять всеми основными функциями душевой кабины, такими как радио, верхний цвет, декоративный свет и вытяжка. Регулировка температуры воды осуществляется однорычажным смесителем, а переключение режимов подачи воды – удобным 4-режимным переключателем, который позволяет выбрать способы подачи воды между верхним душем, ручным душем, гидромассажной системой. В крыше установлена подсветка «Лунный свет», состоящая из специальных сверхярких светодиодов, которые создают внутри кабины уютную атмосферу. А специальная декоративная подсветка поможет создать романтическую атмосферу.